Так, и куда мы направимся? Агент Скида пропал где-то на Оридии. Стой, это там не Скид МакМаркс впереди? Кто-нибудь на помощь! Ох, как же я рад, что вы пришли! Я тут всю ночь проторчал! Глазам не верю! Скид МакМаркс! Берегитесь, тут песчаные акулы! Я вообще мастер! По-моему, кварковая харчевня работает круглосуточно. Там еще одна! Я полагаю, осталось еще несколько акул. Часом не видели моего агента? Мне как-то стыдно, что я его там бросил. Он с дикой природой не ладит. Надо поискать его агента. Возможно, ему нужна помощь. Внимание, будущий покупатель. Магазин спорттоваров Скида МакМаркса приветствует ваш энтузиазм. Однако вы вторглись в частные владения. Пожалуйста, покиньте стройплощадку. Ой-ой, подкрепление! Внимание, будущий покупатель!
Мы благодарим вас за проявленный интерес. Однако ваш отказ покинуть это место вынудил нас активировать роботов-конструкторов. Всего хорошего. Мои сенсоры засекли необычную энергетическую сигнатуру рядом с руками. Полагаю, это какое-то устройство от Dread Industries. Ну ладно, давай осмотримся. Нашли портативный гидротранспортер. Он разработан доктором Нефариусом и может перемещать воду из одного места в другое. Как Рэтчет не старался, дышать под водой он не мог. И теперь герои могли одним нажатием кнопки наполнить водой целый бассейн. Гидротранспортер разработали для прочистки туалетов Валькирии, но Рэтчет понял, что на нем можно перемещаться по всей галактической канализации. Надо поискать его агента. Возможно, ему нужна помощь. Проникновение в 4-м секторе. Высылаю конструкторов. Будущий покупатель. Поступление скейтов, гравибайков и гироциклов ожидается лишь следующей осенью. Сейчас вас здесь ожидает лишь смерть. Это Скит Макмарк! Я скейтер от природы! А знаете, что во мне еще от природы? Узнаете, посетив наш отдел природные добавки, потом мне спасибо скажете!
председателю Дреку. Слушай, не усложняй себе жизнь. Скажи, где он, и мы тебя не тронем. Да я понятия не имею. Вы же знаете, какие они, эти звезды. Делают, что хотят. Давайте мирно разойдемся. Вот только скормим тебя акулам. Помогите! Эти чудовища пытаются меня убить! Убейте его! Вон они! Вон! Убери их от меня, слышишь? Я тебя прославлю! Впечатляет. А вы никогда не думали заняться этим профессионально? Молодец, парень. Вроде бы это все. Эй, вы небось те два героя, что спасли моего клиента. Стойте, не говорите. Кречет и Клинк. Мы очень признательны вам за помощь. Пришло время ежегодной гонки на скейтах в Blackwater City на планете Рилгар. Надо же, мы спасли знаменитость. Надо бы поглядеть, что там за гонки на скейтах. Надо возвращаться на корабль. Куда теперь? Думаю, планета Рилгар — неплохой выбор. Ну что, может, испытаем твой новый скейт? Внимание, жители Blackwater City! Как вы могли заметить, у нас случилось небольшое нашествие амибоидов. Наша служба безопасности прилагает все силы, чтобы избавить город от этих существ. Но сначала ребятам нужно проснуться, умыться, почистить зубы, приехать сюда. В общем, это процесс не быстрый. Так что гонка откладывается до их прибытия. Пожалуйста, не выходите пока из дома. Спасибо. Давай разделаемся с этими амибоидами. Надо же опробовать мой новый скейт. А что у нас тут?
Ресурсы активированы. Ух ты! Полагаю, теперь пора бежать. Вода поднимается. Как Рэйчет не старался, бежать под водой он не мог. Насосы активированы. Ух ты! Полагаю, теперь пора бежать. Вода поднимается. Рэтчет знал. Надо будет подняться с головой. Вода поднимается. Насосы активированы. Ух ты! Полагаю, теперь пора бежать. Вода поднимается. Рэтчет знал. Надо будет подняться за воздух. Нельзя останавливаться. Я пытаюсь. Не нравится мне это место. Будь начеку, Кланг. Я вижу, у тебя есть гроб. А это значит, что ты знаменитость. Я тебе так скажу. Позволь мне сфотографировать тебя, а я дам тебе этот лазутчик. Странно, но да ладно. Лазутчик.
Он пригодится не только, когда ты захлопнул дверь в квартиру, а там на полной громкости идет «Худейте с нами». Нет-нет, я говорю не про себя. Задержать и ликвидировать несанкционированные организмы. Обнаружил роботов-терминаторов и еще несколько автоматизированных танков, чтобы дело шло побыстрее. Управляющий ими компьютер не различает местных жителей и пришельцев, так что лучше не выходить. Это не последний. В этот момент наш герой понял, что ему настал. Вроде бы всех уложили. Надеюсь, теперь гонку возобновят.
хорошие новости. Город очищен от амибоидов. И благодарить за это стоит двух граждан, Рэтчета и Кланка. Гонка продолжится. Так что никуда не уходите. Привет, я Старлин. Ты пришел на гонку? В точку. Энтузиаст. Рэтчет активировал систему ускорения. Силу своей неопытности в обращении со скейтом Ломбакс вылетел с трассы. К счастью, благодаря системе телепортации он смог тут же вернуться в воздух. На трассе были расставлены ускорители, позволявшие гонщику получить тактическое преимущество над соперниками. Для активации ускорителя скейт переходил в режим форсажа. С нами только что связались представители Скида МакМаркса. Знаменитый скейтбордист получил небольшую травму на открытии своего нового магазина, но скоро должен полностью восстановиться. Ого! Здорово! Этот Ломбакс не промах! Только гляньте! Рэтчет на втором месте! Успеет ли он догнать и перегнать? Ты первый Ломбакс, победивший в гонке! Приходи еще. Они тут все время разыгрывают клевые призы. Хорошо, когда... Ты вернулся! Может, хочешь еще заезд? Еще разок! Ого! Гоночная трасса Blackwater City! Я ее раньше видел только по головизору. Ты вернулся! Может, хочешь еще заезд? Ты вернулся! Может, хочешь еще заезд? Я больше не буду. Один из
хочешь поставить мировой рекорд, да? Ну, я готова. Ты вернулся? Может, хочешь еще заезд? На какую планету нам нужно? В туманности G-34 остались неисследованные сектора. Ну, дома-то нам делать нечего. Кое-что для тебя. Ты не пожалеешь. Я б на твоем месте точно это купил. Ого! Теперь ты даже чересчур силен. Круто! Лучше и не бывает. Come on.